Это мы в Анкоридже спускаемся к океану. Сейчас мы едем в парк, погуляем по парку. Да. Вот такой вид на залив. А вот и Тихий океан. Сегодня такая погода хорошая, и океан на самом деле тихий-тихий. Вот перед нами гора эта, спящая девушка. Есть такая легенда, что здесь жили огромные люди, и парень ее ушел на войну, а она прилегла и уснула. И не дождалась его, и вот взмело ее, и она ждет до сих пор. И здесь рядышком еще вот видно, наверное, не знаю, видно, нет. Здесь аэропорт, самолеты садятся и взлетают. Вот летит, иногда низко-низко летят. Этот довольно высоко. Вот, девчонки мои побежали вниз. Сейчас я тоже спущусь туда, прям к самому океану спущусь. Немножечко трясет камеру. Я тут по камушкам иду. Уже вечер, 8 часов, но много людей гуляет. И вот мы смотрим, как самолет заходит на посадку. Не знаю, видно его, нет? А, вот он, все поймал. А, это самолет как раз компания, на которой я работаю. У меня камера делает дальше все, он как будто далеко летит. Вот, сейчас спустимся, потрогаем водичку. А там летает самолет. Здесь садятся, а вот с той стороны взлетают самолеты. И вот, не знаю, видно, нет, но взлетел самолет. Они когда взлетают, они летят так медленно, что такое ощущение, что вот он завис над тобой. И вот он летит, прям наклонился так. Очень много самолетов. Да, сейчас подойдем к водичке. Тут люди приходят посидеть. Так вот садятся, как мужичок на бревнышке. И такая погодка, не ветерка. Тепло. Днем вообще было жарко. Сейчас мы, конечно, уже в курточках. Но тепло довольно-таки. Мы просто оделись потеплее, думали, к воде идем, но тут тепло. Вот и Тихий океан. Здравствуй, Тихий океан. Какой ты? А? Намочил немного. Ну, водичка. За это время года довольно теплая. Вот еще один самолет летит. Ну, девчонки. Они тут один за одним.
Вот так вот стоишь, а они тут взлетают. Эти взлетают, все взлетают. Надо брать маленькие, вот, чтобы обратнее. Гляди. Алиса. Нет, я не умею. Ого. Собака что, из воды? Нет. Мне вот просто интересно стало, что вы делаете, да? Вот она принесла деревяшку. Интересно ей. Она чья-то? А? Она чья-то? Ну, наверное. Да? Собака, ты чья-то? Ничья, говорит, забирайте. Она... Нет, это на вкус это. Мы не понравились. А, это и не собака. Да, вот хозяева идут, собаки. Позвали ее, она побежала с ними. Мам, это и есть собака? Да, да, да. Я видела, что они позвали ее. А ты ей понравилось просто. Вот, и вдаль туда. Какой-то маленький кораблик. Ну, может он большой, но отсюда маленький. Вот она какая красота. Жалко, нету заката сейчас такого яркого. Когда яркий закат, говорят, здесь очень красивый вид. Ну, как-нибудь приедем, будет очень красивый, я поснимаю. Давай, раз, два, три. Ну вот, такая красота. Мы тут просто гуляем, отдыхаем. Здесь очень много парков. И мы еще не все объехали. Лера нас возит, показывает. Очень красиво. В каждом парке есть своя изюминка. И вот тоже здесь парк. Мы по нему прошлись и вот вышли к океану. К заливу, к океанскому. Вот такая красота. Ну, тоже сейчас пойду сяду, посижу. Девчонки побегают. Ну, вообще пока-пока.